Другим темам. В эти выходные парк «Орленок» ненадолго превратился в боулинг под открытым небом. Дети катали гигантские шары, пытались бить огромные кегли. Играли не только на интерес. За удачный бросок организаторы дарили подарки. Бесплатный билет на любой аттракцион, рассказывает Олеся Калиниченко. Парк «Орленок» готовится к закрытию сезона. Официально аттракционы будут работать до конца месяца, но, судя по прогнозу погоды, минувшие выходные были последними солнечными днями сентября. Наверное, поэтому желающих сыграть в гигантский боулинг и покататься на каруселях было больше, чем обычно. Здорово! И в парке здорово. Аттракционы красивые такие. Ну, что все интересно. Чистенько убирается, что листва даже такое. Ну, прям приятно. Приходите отдыхать, музычка играет. В «Орленок» я хожу достаточно часто, гулять с друзьями, с сестрой. Парк очень нравится. Как и в любом спортивном состязании, в гигантском боулинге есть свои правила. Шар нужно непременно катить, а не кидать, иначе сбитые кегли не засчитают. Пинать спортивный снаряд также запрещено. Правда, за нарушение дисквалификация спортсменам не грозила. Попыток можно было сделать сколько угодно, главное – выстоять очередь. А побороться было за что? За все сбитые кегли дарили бесплатный билет на любую карусель. Что нужно было сделать, чтобы получить билетик такой? Настроиться. Настроиться. И? Кинуть посильнее шарик? Да. Кегли вышибать – это довольно хорошо. Мы сейчас пытаемся получить бесплатные билеты, да. Получается? Нет. Почему? Потому что это трудно. В четверг было 3 кегли, а сейчас их 5. Этот сезон для парка «Орленок» был успешным. Количество посетителей по сравнению с прошлым годом выросло на 50%. Детей и взрослых стараются привлечь не только новыми аттракционами, но и разнообразной культурной программой. По мероприятиям мы выросли. То есть в том году мы только гигантский боулинг делали, имели мини-дискотеки с ростовыми куклами. В этом году у нас уже план был более обширный. У нас были квесты интересные, у нас были тематические программы, у нас были стилизованные праздники и прям парад ростовых кукол. Официально парк «Орленок» завершит летний сезон 30 сентября, но и зимой сотрудникам будет чем заняться. В прошлом году в новогодние праздники здесь впервые были открыты ледяные горки, а Дед Мороз и Снегурочка устраивали зимние забавы. В эти зимние каникулы «Орленок» снова готовит праздничную программу. Олеся Калиниченко, Дмитрий Кузнецов, «Вести», Хакасия.